А вот и Сеня. Сеня! Сеня наш любимый артист. Он сейчас будет что-то лакомиться чем-то, да? Сеня. Ну, да, я. Не бойтесь. Он, ну, он же очень аккуратненький. Он же в цирке. Да, он очень аккуратный. Он в цирке служил, он знает, как с людьми обращаться. Вот, Сенечка. Сень, скажи спасибо. Или похлопай как-нибудь, нет? Это Сеня или Зинтик? Это Сеня большой. Сень, ты бы уже вышел на площадку, да, выступил, рассказал бы нам, показал бы что-нибудь. Да, столько зелени, что его и не заметишь тут. Давай ему сахар дам. Сеня в джунглях спрятал. Смотрите, интересно. А вдруг оттуда что-то достанут такое для него важное очень. Да. Держи. Лапку, блин. Нравится? Че, Сень, пошел сахарок? Пусть и сахарок. А он его посасывать будет. Да. Держи. Наелся. У него тут вон и вишни полно. Да, закормленный, конечно. Ага. Если тут ничем не удивишь. Сень, там кто верещит? А? Сень. Ну? Сень, ты красивый, да? Ты знаешь об этом? Сень, ты знаешь, что ты очень выразительный парень у нас. Очаровательный, я бы сказала, да? Глаза такие у тебя умные. Ну, еще сахарок, да? Ай, молодец. Красивый. Ну, кушай сахарок, Сень. Что замер? Ну, когда настроение, он такие выступления тут устраивает. Ну, что-то тоскливо скажи. Джуди не вышла. Где Джуди? Смотрит, смотрит. Где Джуди? Не видишь Джуди? Покажи, где Джуди? Там где-то, да? Вот так вот, да? Сейчас решеточку подергаю. Ну, что-нибудь хоть покажи нам, что ты умеешь. Кроме сахара есть. Еще сахар умеет на губе держать. Да? Ладно, пойдем, мы сегодня ты не веселый, дружок. Веселый.